Максим Рогов, полузащитник Санкт-Петербургского «Динамо». Максим, 7 лет назад играли против «Зенита», сегодня играли. Как ты можешь сравнить ощущения? Ощущения? Ну, ощущения, конечно, непередаваемые. Победу одержали, да, в тот раз проиграли. Сейчас, конечно, и на удалении немножко помогло нам, но все равно, я считаю, заслуженно победили. Говоря об атмосфере на игре, что можешь сказать? Потрясающе. И первый раз мне, или я думаю, и многим ребятам, при таком стечении зрителей, много родственников, болельщиков было наших. Вот. Спасибо им большое за поддержку, и, наверное, это помогло нам победить. Поддержку болельщиков именно «Динамо» чувствовали? Слышали. Спасибо. Часто бывает, что против «Зенита» судят не так, как на поле происходит. Удивлены, что судили как раз-таки так, как было? Ну, судили. Я считаю, по делу, и удалению по делу, и пенальти по делу. Так что не сказать, что я совсем удивлен. Чувствуете, что историческое событие сегодня? Чувствуется. Столько команд улетит на премьер-лиге, сколько? Может, теперь «Динамо» замахнуться на победу? Ну, разговоры идут, посмотрим. Будем идти от игры к игре. Так что следующий у нас Хабаровск. Ну, это в кубке, я имею в виду. Вот. Поедем, будем также играть на победу. Надеемся, выиграем. Соперник чем-то смог удивить? Ну, это «Зенит», как он может не удивить. Ну, считай, первый тайм мы их переиграли. Опять же, за счет, наверное, немножко помогло удаление. Вот. Второй тайм, конечно, немножко подустали. Вот. Сильная команда европейская, что сказать, нечего. Спасибо. Спасибо.